Ну, сейчас мы попробуем с вами немножко поснимать, показать вам, друзья, ночной город Ла-Пас, нижнюю часть этого города. Причем, обратите внимание, с правой стороны был забор с колючей проволокой. Знаете почему? Потому что там была зона, где живут богатые. То есть город разделен на зоны, так же, как и столица Перу. Это тоже столица, можно так сказать. И они отделены друг от друга заборами. Вот, как-то так. Причем в тот момент, когда мы сегодня смотрели рестлинг, то есть бои без правил, мне мой друг сказал, что работают карманники. Надо быть бдительным. Вот, даже есть Бургер Кинг. Видите? Вот Бургер Кинг есть. Что значит, можно съесть какой-нибудь сэндвич. Так, ну, тут пока ничего особенно интересного. Напоминаю, что самое интересное есть еще в Инстаграме, в Телеграме и в ТикТоке. ТикТок Happy Traveler 755, Инстаграм Олег Петров Фуфу Артист, Телеграм Олег Петров Фуфу Traveler. Везде подписываемся, пожалуйста, друзья. Вот номерные знаки Боливия. Для тех, кто не верит, сейчас я вам покажу. Короче, здесь написано Боливия. Машину чуть потряхивает. Там было написано Боливия. Поверьте мне на слово. Так. Увидимся в других роликах, друзья. Всем спасибо, увидимся. Спасибо за просмотр. До встречи на краю света.